Итак, сейчас начнется битва смертельная. Надеюсь, Влад не убежит, пока я тут настраиваю. Лишь бы не упал мой любимый телефон. Итак, начинаем. Сервер МСК, полагаю, московский. Пинг бы хотя бы 97 поймать. 95, отлично. Так, надеюсь, ты там не заснул, Вадим. Ват. Ват 8 или 08. А теперь Ава. У него пинг 22, у меня 95. Раньше я не соглашался играть с таким пингом, а потом, где-то с 2017 года, плюнул на это и начал играть. И, кстати, не так уж плохо. Вечно у меня перед игрой и во время игры руки мерзнут. Вернее, уже холодные. Хорошо, что сейчас позанимался, и они не успели замерзнуть. А то нажимать быстро не могу. Может быть, клавиатура здесь тоже есть, видна. Хорошо, если да. Главное, после матча сразу они начинают согреваться. Сколько раз такое было? Не знаю, прям магия какая-то. А когда во время матча, как только не пытаюсь, они все равно холодные, как назло. Может быть, на китанушку пока посмотрим, раз там ват где-то зависает. Или музыку послушаем. Авторское право, надеюсь. Не будет там. Ну чё ты там, Ват? Специально, да, ждёшь? Чтобы у меня руки замёрзли. Прям чувствует кого-то. Thank you.